Михаил выпустили Джун Ли и Ньювелли это на втором этапе разработки версии 5.2, а прямо перед выпуском мы выйти. Они определенно знают, что делают. Вам, вероятно, интересно, сколько бесплатных круток вы можете сэкономить на баннере Ньювелли-то. В этом видео я вам все расскажу, все бесплатные крутки, как получить, если вы игрок фри-ту-плей, но перед началом подписывайся, ведь как только будет 35 тысяч подписчиков, я вам разыграю 10, может, уже 15 лун, просто подпишись, и все, ты участвуешь. Джиндроуп. Самый лучший сайт с прямодемами и лунами. Все выводы происходят через Кудашоп. Официального партнера Деншина. С тебя ее ID. Сник прямодемы. Выводы моментальные. Ни одного случая бана или списания, а также постоянные раздачи, где победить может абсолютно каждый. Сам пользуйся. Ссылочка где? В описании. Давайте начнем со сноб. Обслуживание серверса принесет вам 600 прямодемов. Это происходит при каждом обновлении, получить их достаточно легко. Если вы будете выполнять каждый день ежедневочки, то 2520 прямодемов можете записать к себе в копилку. Кроме того, не забудьте об обновлении магазина Paimon. Вы можете получить 5 переплетенных судеб, а также 5 ивентовых круток и стандартных. Ну вот, да. Кроме того, театр воображаем также сбросит прямодемы, точнее, настройки, и выдаст вам 600 прямодемов. Кроме того, тестовые персонажи вам дадут 80 прямодемов. Главным событием получим 1000 прямодемов и бесплатное оружие. А также в нескольких небольших ивентиках мы получим 1260 прямодемов в общей сложности. Обязательно выполняйте их все, чтобы максимально увеличить ваши шансы на упадение Ньювелли-то или же мы выйти. В 5.2 можете рассчитывать на получение около 3000 прямодемов за сундуки, головоломки и другие награды из исследований, а кроме того, за выполнение задания Архонта получить еще 500 прямодемов на халяву. Напоминаю, что в моем телеграм-канале выложен новый промокод, а также идет розыгрыш на луны, ссылку в шапке профиля в комментариях. Те игроки, которые сумеют преодолеть спиральную бездну до 12 этажа, смогут заработать до 800 прямодемов. Однако, на самом деле, я считаю здесь 600 прямодемов более логичным вариантиком. Также у нас есть более мелкие, но все же стоящие источники, веб-мероприятия, хайлапы всякие, подарят около 150 прямодемов, а стримчик разработчиков подарит 300 прямодемов вместе с промокодиками. Так что, чтобы не пропустить, ссылка в шапке профиля на Telegram. Итак, если мы почитаем все, то в 5.2 общее количество бесплатных прямодемов у нас составит 11 320. А если перевести в круточки, то 71 крутка. В принципе, неплохо.